И теперь о спорте. Известный спортивный клуб единоборств «Сатурн Профи» открыл филиал в одном из микрорайонов Кировского округа. Стройка шла своими силами. Тренеры и спортсмены сумели реализовать и смелые планы, и давние мечты. Новый зал оценил Владимир Стомин. Удар с левой руки, захват, бросок через плечо, выход на болевой прием. 9-летний Иван Течин, он в зеленых шортах, занимается смешанными единоборствами 1,5 года. Уже победил в первенстве города. Любит атаковать, проводить броски. В новом зале юному чемпиону понравился ринг и борцовский ковер. Классный зал, отличный ринг. Но больше всего мне нравится пружинящее покрытие. С помощью него я могу совершать удары ногами, руками. Если меня бросят, то я могу совершить контрбросок или удар. Марку покрытий подбирали не один день. Молодые тренеры Евгений Корман и Дмитрий Кром изучали мировой и российский опыт, учли мнение специалистов, ведущих бойцов. Клуб подготовил более 20 чемпионов мира по желанию детей и родителей. В новом зале уложили 2 ковра. Борцовский и второй, чуть жестче, в ринге и секторе для отработки ударной техники. Оба международного уровня, мягкие, но не проваливающиеся. Подбирали оборудование, сами занимались обустройством зала своими силами. И вот это событие случилось. Открылся наш замечательный и новый большой современный клуб, филиал нашего старейшего в городе клуба «Сатурн Профи» имени Владимира Анатольевича Зборовского. Вот порадовали сегодня мечей открытием нашего зала. Пара сюрпризов. Первый – реализовали давнюю мечту. Установили ограждение, имитирующее секции восьмиугольника, октагона. В прежние времена приемы отрабатывали у обычной стены, обклеенной блоками от татами. Сейчас все на современном уровне. Показательную схватку провели призер международного турнира «Кубок золотого шлема» Борис Коршунов и обладатель Кубка мира по панкратиону Андроник Ашукатаян. Когда оказываешься возле сетки, то можно воспользоваться и оттолкнуться ногами, перевести бой. Для себя выгодное положение. Ты можешь оттолкнуться и перевернуться на соперника и провести добивание. То есть сетка, она как бы помогает в реальном бою. Главная фишка нового клуба – уникальное оборудование в зале для силовой подготовки и кроссфита. 15 снарядов, основной силовая рама с грамотным подбором инвентаря. Множество вариантов упражнений, втягивающие для начинающих, мощные нагрузки для опытных спортсменов. Показательный комплекс разработал победитель Кубка мира по панкратиону Иван Дербенев. Силовая рама позволила нам разместить все необходимые, то есть тренажеры для жимов, для приседов, TRX тренажер, кольца повесить. То есть это позволяет нам повышать нашу выносливость, силовые качества. Это шаг вперед, это прогресс для нас. То есть мы очень рады, что наконец-то у нас появились такие условия, в которых мы можем тренироваться. Первые тренировки в филиале клуба «Сатурн Профи» начнутся 4 сентября. Спортсмены начнут подготовку к городским соревнованиям. Первое соревнование в новом зале пройдет в конце сентября. Это будет отборочный турнир среди юных спортсменов в сборную клуба «Сатурн Профи». Владимир Стомин, Андрей Кузьмин.